Золотая медаль в беге с палкой на 3 километра по пересеченной местности и новый рекорд Ненецкого округа по прыжкам через нарты. Все это результаты выступлений наших спортсменов на чемпионате России по северному многоборью, который на днях завершился в Якутске. Впервые за долгое время сборная региона выступила на соревнованиях в полном составе. Конкуренция оказалась крайне жесткой. Бороться за призовые места пришлось с лучшими атлетами из Ямала, Магаданской и Тюменской областей, Красноярского края и других субъектов. Все подробности далее. Наши многоборцы вернулись домой и снова не с пустыми руками. Главная награда у Антона Латышева в беге с палкой на 3 километра. Он стал единоличным лидером. Удивительно, но результат ожидаемый. В прошлом году на Кубке России представитель Ненецкого округа уже брал золото в этой дисциплине. Дистанцию Роман преодолел за 9 минут и 53 секунды своего ближайшего преследователя. А всего участников забега было 60, он обошел на 2 секунды. Признается, трасса в Якутске оказалась сложной. Вся трасса состояла только из подъемов и спусков прямых. Отрезков практически не было. Подъем, спуск, потом опять подъем, потом опять спуск резкий. Делаешь петлю и опять подъем. Мы еще бежали после всех, то есть сначала пробежали юниорки, потом пробежали женщины, потом пробежали юниоры, и потом уже побежали мы. Ну, мы бегаем по пересеченной местности, там, то есть снег. Трассу разбились. Помимо Антона на трассу вышли его братья Роман и Артем. Впрочем, их результаты оказались чуть скромнее. 5-е и 9-е места соответственно. Что касается Артема Латышева, то на чемпионате России по северному многоборью он установил новый рекорд Ненецкого округа по прыжкам через нарты за 5 минут 580 раз. Правда, для победы этого оказалось недостаточно. Итог 5-е место в данной дисциплине. Есть, да, небольшой осадок. То есть подготовка была серьезная. Настраивался рекорд установить намного больше. Ну, то есть у меня предыдущий был 570, то есть хотел увеличить хотя бы, ну, чуть-чуть больше. Достойные результаты показали и другие многоборцы. Юлиан Хозяинов, например, метнул топор почти на 178 метров. В общей таблице он стал 4-м. Между тем, некоторые представители Ненецкого округа, по сути, перевыполнили на чемпионате нормативы мастера спорта. Не так давно были утверждены новые, более жесткие требования. Что касается общего результата, то сборная заняла 5-е место из 8. Результат вполне хороший, уверен главный тренер. Алексей Коткин не скрывает, могли выступить и лучше. Перед чемпионатом заболели сразу 3 спортсменки. Если бы, конечно, и тот факт, что они простыли и заболели, то тогда, возможно, мы могли бы подняться выше. Ну, первыми и вторыми точно мы не были, но четвертыми, наверное, были бы четвертыми. Результат выступлений так или иначе достойный. Это при том, что в других субъектах, где уделяется огромное внимание северному многоборью, существуют целые центры по подготовке спортсменов. Немаловажный фактор и регулярные выездные сборы. Руководство Ненецкого округа в данном вопросе пообещало помочь местной федерации. Олег Итанзейский, Леонид Шишелов, телеканал «Север».